Привет! Привет! Мы тут с блога «Манжеты геймдизайнера» хотим с тобой пообщаться про твой замечательный проект. Расскажи нам, пожалуйста, что это? Я представляю проект «Avaranche». Это продолжение «Message Quest-а». Его история разворачивается параллельно «Message Quest-у» и рассказывает о девочке Линдеран, которую вы могли видеть в «Message Quest-е», которая спасается из мира, который разрушается, который поедают злобные существа Краморги. Его бросили на произвол судьбы глупые взрослые, и теперь детям приходится принимать совершенно недетские решения. Вот так вот. Понятно. А на чем разрабатываете? На дефолде. На дефолде? На дефолде. Сложно? Мне как программиста нет. А придёк помогает? Еще как. Придёк помогает, это хорошо. И когда закончите? У нас пока нет конкретных дат. Мы пока в стадии глубокого продакшена. Здесь мы представляем технодемо, наш прототип, где мы экспериментируем с технологиями, с артом, с механиками, опять же. Можно поиграть? Да, пожалуйста. Конечно. Я заметил, что вот от этой явной стилистики витража ушли, да, артовые? Она осталась, просто сейчас она не так четко выделяется из-за того, что у нас менее консистентный получается арт. Сейчас это больше заглушка, грубо говоря. Но нет, мы далеко не уйдем от витража, он хорошо узнаваемый. Он очень хорошо выглядел, да. Да, и здесь он тоже представлен, просто немного в другом виде. Понятненько. А это все Steam? Все туда же, да? В первую очередь, да. Двери открыты, я не могу в нее войти. Выйти. В другую сторону. Ясненько. Дверь открыта? Нет, закрыта. Это... Ну, собственно, спасибо. Все понятно. Вам спасибо. Да. Не за что.